стоим на Кубинском рынке. Мы вас ждем. До 3 часов мы здесь. Так что давайте, друзья, мимо не проходите. Мы очень счастливы. А вот и первые посетители у нас сегодня. Здрасте. Здрасте, здрасте. Давай, проходи. Нам несут ковер-самолет. К нам опять пришли гости. Ура, ура, ура. Спасибо большое вам. Так, нам принесли. Машина потихоньку набивается. Ну что, мы приехали в приют. У нас полная машина. А, тазики передали. Мы битком забиты. Ну что, привет. Разгружаемся. Так что всякого тут. Так. Мы проводили уроки добра, и ребята сами предложили собирать еду для бездомных или собачек из приюта. Мы нашли о вас информацию. Какие молодцы. Вам это очень важно. Спасибо большое. Очень рады, что много ребят отозвали. Спасибо большое. Да, молодцы. Да. Молодцы. Спасибо вам огромное. Так, я принесла подарки от Марины. Это Марина нам заказала шуруповерт еще. Игрушки всякие. Вот, это все игрушечки для собак. Вот, спасибо большое. Сейчас все это откроем. Канат для собак. Тут еще игрушки такие прикольные. Вот, спасибо большое. А, это пока оставь. Так, еще мешок корма вот от девушки. Блин, я что-то не догадалась, как спросить, как ее зовут. Спасибо огромное. Нему. Здравствуйте. Да, спасибо вам огромное. Побольше бы таких людей, помощников. Давайте, открывайте. Нам привезли подарки. Подожди, Парвис. Конечно, да, заходите, конечно. Только вы сапоги бы надо прихватить бы. У нас грязище. Грязище, вот. Корм нам привезли. Молодцы какие. Спасибо вам огромное. Все, заходите, смотрите. Марина, да? Да, да, да. Так, показывайте, что привезли. Вот нам привезли подарки. Да, нам привезли добрые люди подарки. Таня, держи Снежка. Снежок, держись. Ага. А Бруно на лавочку убери. Так, корм, да, еще есть. Там есть корм, ага. Вот эти лежанки. Отлично. Это ага. Не только я там еще. Поняла, спасибо вам большое. Спасибо. И консервы, да? Консервы там. И ага. Вот ящик у нас с этими. Светошью. Ага, да, полотенце, отлично. Там, полотенце, ага, вот, спасибо огромное. Все, сейчас ребят зову. Спасибо вам большое. Ага.